А это и туда, и сюда, везде хочет. Видишь ты какая. Там хочется показать. Да. Тут же жених подошел. А, это жених? Конечно. Так вы ему поводок отпустите, он подойдет ближе. Ну да. А потому что надо им давать бегать. Не всегда их на поводке надо держать. Мальчишка тоже хочет поиграться. Ну, он, видишь, как хвостом работает. Он не так поиграться хочет, как другое хочет. Ну, это они всегда хочет. Да? Да. Он у вас что, не кастрированный? Нет. А они в игре так играют. Я тоже сперва думала, он, мы там играли с одним. Он на нас засигивает. А он, нам потом объяснили, что они так играют. У нее, в принципе, течки нету, то она и не подпустит. Все, почеши, Пуска, почеши. Иринка, задержались мы. Подружку встретили.